Всем привет, с вами Каиса или Димас, и я возвращаюсь к игре Biohazard 2 Saur's Next Edition ПК-версия, чтобы попробовать сыграть на челлендж, кошмарный челлендж, надо сказать, на нож, в режиме Original Mod, японский расклад, то есть... сценарий. Ну, за Леона, наверное, сперва начну. На харде, в общем-то. На харде у меня нож не был пройден никогда. Да и в этот раз я не уверен, что я его пройду. Но попробуем. Рискнем по-крупному. Все эти вставки, ну, ролики я выключаю. Так. Первые зомби, убегаем от них. Тут они, кстати, удачно так расположены. Сейчас я из рук все уберу, пожалуй. А, тут даже никого нету. Преимущество ПК-версии, что можно двери вырубать. Анимацию. Катсцены, к сожалению, вырубать нельзя. Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Так, и мы пробегаем это все дело. Ну да, конечно же, его съели. Так. Плохо вышло все. Три укуса. Обалдеть. Надо было соглашаться на два. Можно переиграть, конечно. Я думаю, так и поступлю. Пусть будет первый фейл. Нет, так не пойдет дело. Давайте заново. Сражаться, потому что было вообще бесполезно. Freeze! Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Так, как бы нам на два укуса все-таки это сделать, а лучше на один, в идеале. Тот идеал, я знаю, не получится. Сейчас они сразу вышли все. Ну ладно. Пускай будет два укуса. Сложно там было что-либо сделать.
Главное сейчас не оплошать. Отлично. Так, этих пробежали. А, еще в автобусе я получил укус. Наверняка. Точнее, не один даже. Вот от тетки по-любому получу. Как избежать укуса от мужика, я не знаю. Места здесь очень маловато, надо сказать. О, отлично. Отлично, мужик, идеально. Это идеальный расклад, пожалуй. Так, выходим из автобуса. Ух ты. Так, отлично. Добежали до полицейского участка. А, там, кстати, Брэд внизу ходит. Ну, пускай себе ходит. Вот это, кстати, не будет показываться. Да, кстати, травы здесь нету в японском раскладе. Ну что ж, заходим в полицейский участок. Надеюсь, сохранение будет хотя бы работать. Так, и пойдем сразу к Марвину, конечно же. О, man. Who are you? Oh, you must be the new guy, Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth. But no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But? Just go. Fine. But I'm coming back for you. Just hold on. Так, мы получили карточку. Пойдемте, я использую. Откроем, так сказать, западную восточную двери. Возьмем здесь ленту, 3 штуки, и сделаем первое сохранение. Надеюсь, оно будет работать. Так, ну что ж, сначала пойдем сюда. Берем в ящик пистолет куда-нибудь на середину, ибо он нам не нужен. И ленту уберем пока что. Да и нож пока что, в принципе. Ну ладно. Пусть нож пока с нами будет. Так, это ящик стола закрыт. А, сейчас будет первый лизун. Первый лизун. Опасность номер раз, так сказать. Убегаем. Но я, пожалуй, возьму траву аккуратненько, осторожненько.
пока он нас не слышит. Так, сейчас, возможно, скоро будут проблемы. Так, ну давайте сюда забежим. Патроны нам не нужны. Кстати, патронов нету. Подожжем сразу вот эту штуку. Возьмем красный камень. Да, неплохо бы нам пробраться до комнаты проявления. Конечно. Но... туда пробраться очень сложно. Будет сейчас сразу так. Потому что тут зомби. Да. А кнопка паузы, кстати, не работает, что ли, здесь? Ну вот вы видите, да? Надо как-то очень... хитро пробежать. Ух ты. Хватит на меня рычать. Отлично. Так. Пойду сначала сюда схожу. Почему, собственно говоря, нет? Подвинем эти статуи. Надо добраться до офиса Старс сперва. Так, двигаем вторую статую. Так, ну что ж, берем второй камень. Здесь у нас зомби-полицейские, насколько я помню. Игнорим их. Так, здесь, по-моему, у нас есть спрей. Да, спрей на месте. Замечательно. Пленка нас не интересует. Остальное нас ничего тут не интересует. А, ну, возьмем медаль единорога. Леон! It's good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. Так, ну что ж, убираемся отсюда. Пошли нафиг. Чайники тупые. Зомбики. Так, главное вот сейчас не сплоховать. Комнату проявления, конечно, пока нам не сунутся, я так чувствую. Ну и ладно, фиг с ней. Так, сейчас полезут руки. Достали. Так, сейчас надо лизуна аккуратно обойти.
по стелсу, так сказать. Так, Лизун, ты сейчас налево повернешь? А, он повернул налево, это плохо. Нет, это плохо. Зачем я так сделал, в принципе? Пока он упадет. Не, это плохо. Он меня заметил, гад. Вот так-то, так-то лучше. Так. Убираем камни. Спрей тоже убираем пока что. А медальку пойдем поставим. И выпал ключик. Замечательно. Убираем ключ. Так, отлично. Взяли ключ. Я, наверное, еще раз сохранюсь. Даже сохранюсь не сейчас, а чуть-чуть попозже. Сперва даже схожу в эту комнату. Так, аккуратненько по стелсу, по стеночке. И вот сюда, в эту комнату. Тут, кстати, должна быть лента. Да, три штуки ленты. Так, а здесь есть патроны, да? А, мне надо рукоятку взять. Берем эту рукоятку, а вот теперь пойдем сохранимся. Так, Лизун нас не видел. И хорошо. Так, пойдем сохранимся. Сохраняться буду часто. Убираем ленту. Ленту убрали. Так, теперь нам надо добраться тем же путем. Аккуратненько, 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 аккуратненько. Так, ну здесь пробежали, окей. Да, в комнату проявления я, похоже, не попаду. Вообще, это не обязательная комната. Там она нам, по сути, даже и не нужна, вроде бы. Ну, в принципе, можно было, конечно, убежать. Быстрые они. Нет. Не согласен.
Так, а сейчас... Что ж ты все не так-то встаешь, а? Встань ты нормально. Вот так вот, отлично. Ух, успел. Так, теперь надо что-то с этими решать. Пригнать их лучше сюда, наверное. Сколько их там? Ух, они еще и быстрые. А, их тут трое было только, да? Отлично. Выбрасываем ключ. Так, теперь толпа. Так, и заходим в библиотеку. Окей. Пойдемте сразу избавимся от рукоятки. Собственно, почему нет? Лишние предметы в карманах таскать еще с собой. Теперь нам надо до сейв-рума добраться, который на втором этаже. Можно тут проделать с полками сразу эти действия. Ставку. А, тут, кажется, красная трава есть. Вообще замечательно. Выходим. Так, я тебя так просто не обойду. Ты в курсе? Блин. Быстрые они, зараза. Быстрые. Насколько близко, там еще двое, кажется. Нет, один. Так, кто быстрее? Еще один. Нет? Нет. Дать это в американском раскладе, их тут четверо. В японском трое. Так, возьмем маленький ключик, пожалуй. Зря я это взял. Так, лента. Так, уберем пока вставку. Ну, можно сделать, конечно, смесь. Давайте сделаем. Так, и еще раз сохранимся.
Там, по-моему, впереди будет еще лента, так что не будем ее использовать сейчас. Так, вот эти нам не важны. Чайники. А здесь мы возьмем травы. Одна, да? Нет, еще две внизу должно быть. Надо было потом сохраниться, конечно. Так, куда нам, по-моему, пока что... А, ну есть только за лентой. Блин, ее надо еще умело взять. А, там две травы есть в офисе. Я не знаю, что с травами делать. Зачем ты спер ленту? Травы, конечно, надо будет как-то взять. Немного другое. Нам нужно за этим, за гидро... Ну, за шлангом. Ворон, кстати, можно и почикать. Если так посудить. Но это, конечно, непросто. Проще убежать. Конечно же. Так, ну что ж, спускаемся вниз. Тут они как стоят? Ух ты. Тут уже готовы у меня пойти. Затем нужен стёрку. Но я быстрее. Так, здесь ничего нет. Так, вот это нам надо взять и ленту. И назад. Так. Потушим пожар.
Так, а здесь что-то есть? Ха, странно, тут даже ничего в вертолете нет в кабине. Так, здесь вороны. Так, теперь нам надо карточку взять. Но сперва, пожалуй, надо сохраниться. Еще разок. Так, теперь будем аккуратно от этих чайников увиливать. Я не знаю, сколько их тут. Двое, по-моему, да? А, кстати, тут действует кое-какой способ. Это очень долго, может быть. Главное, чтобы укусил. Очень много ударов надо нанести. Я даже не знаю сколько. Втыкаем, как я раньше называл это дело. Uh.
живучие же они на Харде. Так, один сдох. Пусть хотя бы этот коридор будет спокойным. Давай, вставай. Красавчик. Давай, вставай. Не можешь меня схватить, да? Неудачник. Тип бронированный. Ну все живой. Опять меня пытается поймать, гад. Не верю тебе. А теперь все равно не верю. Живой. И сейчас еще живой. И даже сейчас еще живой. Сдох. Вот сейчас, по-моему, сдох. Да. Кровь потекла. Ну что ж, заходим в эту комнату. Что у нас здесь есть? А где лента? Нету ленты? В кувшине. Плохо. Ну да, японская версия. Хотя тут дается по 3 ленты все-таки. В американской по 2 ленты вообще выдавалось. А, я забыл камушки взять, сразу вставить. Какой я осел тупой. Пойду вернусь, конечно же, за камушками. Не зря я все-таки зачистил этот коридор. Ставлю камушки сразу. Почему бы и нет? Собственно говоря. Возьмем короля. Ставку короля. Так, уберем ее с
Сохранимся, конечно же, еще разок. А, я взял не карточку, а ключ бубли. Это я перепутал сценарий. Да. Так, а вот куда пойти? Я бы хотел траву все-таки ту взять как-нибудь. Как-то я бы хотел взять ту траву. Как бы мне ее взять? Даже две травы. Для этого надо выселить всех чайников оттуда. Да. То еще занятие, так сказать. Что-то не собирается выходить. Так, тут еще один идет. Черт, зря я на него попался, конечно, но я был ранен, так или иначе. Быстро. А тут одна, что ли, только? Ах ты, не успел. Давай, жрать в нее. Не успел. Согласен. Не получилось. Ну что ж, сделать еще одну попытку, так сказать, или оставить это на потом. Не хотелось бы оставлять это на потом, скажу прямо. Все-таки трава очень хорошая, нужная вещь. Жаль, что она только там одна. Тут вообще не собирался выходить. Так, вводим хоровод. Слишком медленный сейчас
Может, успею. Отлично. Я, собственно, сделал то, что хотел. Так, а вот где мне бы сейчас пройти? Да все там же. Почему бы и нет? Так, ну, выбежим здесь. Здесь тоже есть трава. Даже красная есть. Но, блин, туда идти, конечно, это очень стрёмно и опасно. Можно, конечно, туда не идти пока что. Так, а куда я направлялся? А, у меня ключ бубны. Блин, а мне все равно в такую толпу идти сейчас. Что, блин, не обзавидуешься ни разу. Я еще раз сохранюсь. А, открою ящик стола. Что у нас здесь? К сожалению, патрон. Я почему-то думал, что спрей, но нет. Всего лишь пачка на всего. Всего лишь на всего пачка патронов. Так, сейчас опять тот коридор. Но что будет потом? Это вообще жесть. Так, надо обходить тетку. Тетку обошли. А что здесь у нас? А здесь вообще весело. А здесь вообще весело. Да, придется съесть траву. Возьму еще одну. Так, ну, записка нам не нужна. Кстати, тут у нас ничего нет уже, да? Сейчас будет зомби Марвин. Который... Нам он не нужен. И сюда, зомби Марвин. Нам нужно взять ключ черва. Так, ты где? Я понял. И открыть здесь дверь. Отлично. В принципе, можно сваливать в подвал. Отделались, так сказать, легким испугом. Ключ бубны тогда уберу. Пока что. Зачем он нам пока что? Правильно? Я еще раз, пожалуй, сохранюсь. Хотя в подвал можно, конечно, через более легкий путь попасть. Вот.
Ладно. А, блин, нафига я убрал ленту? Хотя, стоять. Может быть, все получится. Может быть, не все так печальненько. Хотя нет, все же печальненько. Не, нормально все. Он стоял так удачно стоял. Сохранюсь я вот здесь, пожалуй. Перед тем, как отправиться в подвал. Хотя давайте на этом завершим первую серию. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующей серии. Пока-пока.